Приветствую всех любителей Tower Defense. У нас колония Сидж, 17-я миссия. Колония Решительность. Колония Решительность. Главный разработчик высокоэнергетических систем вооружения. По слухам, их новые циклопы невероятно мощные. Большая часть разработок засекречена. Но то, что просачивается в СМИ, просто потрясает воображение. Лучевое оружие, бластерные технологии, беззонная углеродная броня. Это лишь самые простые примеры. Как это ни парадоксально, они не знают, как себя защитить. В основном это ученые-теоретики, которые могут лишь день напролет рассказывать о законах физики, стоящих за создаваемыми ими оружиями. Но если дать им ружье, то они скорее понаделают дырок друг в друге, чем в чужих. Предлагают вознаграждение за защиту от чужих, а также бонус за размещение нескольких циклопов. Если мы и победим в войне, то только благодаря таким вот колониям. 8 штук. Ну, планета вроде... Вроде бы не написано, что какая-то нестабильная планета, черт его знает. Вау, как интересно. Так, неинтересно. Возможно. Не знаю, детонацию взять опять. Да? Ну давай. Возьмем детонацию, но у нас еще есть куча денег. 16 тысяч. Можно как раз усилиться. Что нам нужно? Играет роль вообще вот это уже или... Это я точно не хочу брать. Есть различные ракеты. Ага, я думаю... Нейтрализатор для боссов. Падающая звезда, ядерный реактор. А вот спутников. Он здесь покупается или что? Так. Циклопы, как вы видите, они куплены. Здание. Для орбитальных ударов. То есть есть завод ракета, есть завод спутников. Черт. И тяжелые машины. Доступно на заводе. Она вообще лютая какая-то, да, походу? Не сравнить, как бы. Возможно. Возможно, стоит взять, не знаю. Падающая звезда. Ну это ракеты именно, а то... Ладно, смотри, что мы сделаем. Я думаю, завод. Да, завод. Остается 3000. Не хватает на некоторые... Ну перезарядка меньше зато, смотри. Да. Побалуемся, побалуемся. 17-е. Моментальное приземление ракеты... Что ж, начнем. Попробуем здесь забаррикадироваться. Четыре, да? Что сразу еще можно сделать? Генератор поставить, я думаю. Необходимо. Далее. Небольшой лабиринтик, да? Возможно. Так. А, ну они все равно, смотри, он может еще дальше. Мы туда ставим здесь дронов. И погнали, все, уже хватит. Стоп, а че это они с другой стороны поперлись? Такого я вообще не рассчитывал. У
Не, ну приколы знатные. Блин, офигеть. Какой-то цирк просто. Первая волна обычно всегда какая-то простая. Ну, видимо, не сейчас. Нам нужно сбить. Ну, допустим, где ракетка, кстати? Зовет машин. Вот, зовут ракет. Надо будет поставить его. На третьей хотя бы, да, волне? Че за ерунда, блин? Во. Одну стеночку поставил, уже невыгодно ему. Хорошо. Че, ракетки будем ставить? Давай еще дронов. Нам нужно поставить бомбовую ловушку. А для чего? Ну, чтобы... Так, они здесь просачиваются, серьезно? Для того, чтобы... Чтобы снимать щиты, как обычно, в принципе. Тут для щитов, тут тоже резервная, так сказать. Так, вниз не идут, вроде нормально. Далее. Какая ерунда, блин. Я не могу это игнорировать. Хорошо, все, хватит. Тут вроде бы пока нормально. Не, ракеты нужны, ракеты прям. Я верю, что-то в ракеты. Это что за фигня? Он летит к этой вышке, серьезно? Че творят? Ну ты косой. Все. А, не последний, но тем не менее. Тем не менее. Непонятно, что с этой пачкой врат, когда откроется генератор этот. Ну, на третьей-то не откроется, наверное. Да. Ай, хорошо. Вообще... По лаве она вообще не хочет идти никогда. Ну ладно. Тут можно что-то еще поставить. Возможно, импульсную уже зарядить, так сказать. Далее. На не, бомбу я зря опасался, бомбовой хватает места.
что можно поплотнее. Че ты гонишь? Чуть-чуть не хватает. Ладно, я понял вас, сейчас что-нибудь уничтожим. Хорошо, все. Так, они что, через низ хотят идти? Да не. Ерунда. Нет, смотри, идет. Зараза. Ну, это мы быстро мы справим сейчас. Так, хоп. Бах-бах. Хорошо. Не, ну ты шутишь, как вы? Походу ген отменяется. Да и не только ген, походу. Все, отменяется, я понял вас. Серьезно, не хватает? Не, ну тогда нафиг и так широким. Здесь. Все, в 5 обойдемся. Еще ладно. Это тоже будет. Ну они половину здесь пройдут так-то, в принципе. Теперь здесь. Импульсное ставим. Блин, бомбовое, я не знаю даже тогда. Да не будем бомбовое, что ли, ставить. Не хватает, блин. Ладно, плевать. Погнали. Ну, это не важно, в принципе, там уже. Что важно, что они просачиваются, вот это меня бесит дико. Прям жестко. Ну да. Ой, ладно. В общем, бегать за тобой, что ли? Здесь, здесь. Нам нужна вышка. Я бы что-то подхиливать. Также. Ну, наверное, такую. Вышку, черт его знает. Я хотел поставить завод. А, там уже третья вышла. Вот это жестко уже. Вот это мне не нравится. Такая история. По лаве. Идет по лаве прям. Будет гореть, наверное. Не знаю, выдержали я такую фигню. Вы
выбора особо нету. У нас еще лимит. Черт побери. Отгрейдим там вышку, потому что она вообще нулевая. Ну снимай щиты, снимай. Не? Бах, с этого снял. Да, они горят. Хорошо. Много этих вот засранцев. Как же их много. Не справляются даже, не справляются. Вообще все туго. Да, прикольно. Я знал, что будут проблемы, но типа дорожка слишком маленькая. Слишком маленький отрезок. Да, слишком маленький отрезок дрона. К сожалению, не отрабатывает свое. Да. Да. Проблема в том, кто все это будет дамажить. Надо дамажить все это как-то. Да. Здесь можно поставить. Типа пых-пых. Пых-пых, да, будут? Или дробаш. Или дроны. Дроны или дробаш? Вообще дроны лучше. Ой, дроны. Дробаш, наверное, хотя у него дальность дерьмовая. Все, мне это не нравится, на самом деле. Ловушки выгодно как-то в этом плане смотрится. А, там циклопов надо строить еще. Ё-моё. Вышек никаких я почти не поставил. Ну такое. Еще больше прошло на самом деле. Они тут всем потоком пошли. Возможно, стоит здесь перекрыть. Или они беспрепятственно едут. Это вообще не круто. Пусть слева обходят. Пока этих будем бить, эти подоспеют. Ну, короче, ладно. Я думаю, так и будет. Жалко, не прокатится по лаве. Но что поделать. Да. Что поделать. С
Самый быстрый, самый слабый, не знаю. Подгрейдим. Здесь ставим. Здесь. Ладно, понял, здесь не нужно ставить. Сделал ставку на дробашей, так что... Ну и то, что одну волну мы отложили. Угу. Стреляй, господи. Чё-то дробаш, не, мне кажется, все-таки это ерунда. Дроны как-то серьезнее. Прям атакуют. Ну, не знаю. Но хотя бы развел левых. Тут что-то не очень жестко. Так, тут такое нам не надо, кстати. Я могу улучшить что-то. Импульсную, например. О, серьезно, ребят, проходит. Ну и совершенно другое ощущение этой волны стало. Еще надо не забывать, что ну, циклоп — это ловушки, так что да. 830, как же это мало. Стоп. А, на грейджный, я понял вас. Второй уровень, хорошо, тогда этих тоже заградим. Тут пока не знаю. Тут не знаю. Ген нам нужен, блин. Жилище. Вот здесь. Хорошо, жилище поставили. Черт. Мешает, блин. Ага, ну вот так как-то, я думаю. Очень большой промежуток, когда вот здесь только снимаю. Вот здесь, может быть, стоит поставить тоже. Когда будут баблишки. Просто пролетел. Ну да. Зато я ставлю одну вышку хотя бы сюда. Чтобы не отвлекаться на такую фигню. Что можно выградить? Они вообще по ним дамажат, смотри. Наверное, барьер. Можно вырубать вот так. Черт, а что ты так жестко дамажишь? Поэтому что я туплю? И можно строить, в принципе, как угодно. Было бы. Две мошки. Ой, как они бесят реально. Ставим ракетницу, как обычно, тогда. Так, сверху какая-то жесткая тема идет, надо принять бой. Принять бой. Надо дронов подулучшить. Мне вот это тоже. Мошек, они еще могут стрелять. Вот 63 за 2 выстрела, да, по сути. Нормально. Мошек. Отсюда мошки выходят, видимо. Хорошо. Так.
последняя гадюка. Восемьдесят хп. Хорошо, хватит или нет? А, у нас рельсотрон, но не изучен. Офигеть, как мало дали. 650. Следующий босс может выкатить, как прошлая волна, прошлой миссии. Черт его знает, че. Я могу до третьего? Третий, где? Не? Да, вот. Могу третий, но пока нет возможности, в принципе, даже. Черт его знает. Здесь убрать. Циклопа не хватает на него тоже. Ракетку. Или импульсную. Давай импульсную все-таки. Если что, ее подгрейдим. Кстати, нечего грейдить. Ну, ракетку, возможно, придется грейдить. Посмотрим. Так, дроны, хорошо. Как это опять фигня просачивается? Нормально. Не-не-не, вот импульсно точно надо. Сейчас. Берем, усиляем. Потом до тебя достанет очередь. Фига себе, что творится. Право хотят, смотри, что. Так, усиляет эту ракетницу. Угу. Вот так. Нормально, нормально. Хорошо. Все намного проще стало. Блин, не хватает. Хватает только на циклопов всяких. Ставить. Кстати, не самое плохое место. Можно вот здесь еще поставить цикла. Да даже вот так, смотри, можно ставить. Нифига. Очень неудобно, в принципе, покрытие. Зона покрытия офигенная. Ну и он подставится под удар тоже, если под босса. Ладно, глянем. Не хватает ловушек для всех этих, но еще больше. Да, плохо. Босс подъехал. Откуда он? Снизу едет.
Че, смогу я это задефать? Ты гонишь. Катись обратно, катись. Все, накатись обратно. На 600 у тебя, да? Циклопом можно усилить просто вот так. Поехать на лед. Пытаться что-то надамажить. Косарик, да, какой-нибудь другой. Ну, косарик я уже снял, в принципе. Оп. Ладно. Допустим. Строить не могу, мне перегруз. Гена не хватает, да? Гена жилище. Кстати, цитадель еще тоже того. Ну это ладно. Вперед. Он эргенис, что ли? Зараза. Тебе это не поможет, я думаю. Так, 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 хватит, пожалуйста. Лучик, лучик пилит. Лучик пилит. Ну, прекрасно. Превосходно. Хочу завод. Прям очень хочу. Че еще? Вот это хочу тоже. Все. Падающая звезда, да. Нейтрализатор. Все надо потестить. КД у них одно будет или нет. Очень интересно. Тут надо что-то разобраться с этим. Так, здесь усилить. Вперед. Хотя второй уровень. Так, здесь стоит еще одна. Вот здесь еще одну бомбовую ловушку, я думаю, стоит сделать. Это что такое? Чудо налеты. Мы их быстро сейчас. Ага. Да, так вот. Так, у нее скорость меньше, надо будет помнить это. Скорость падения. Это не ракета. Понятно. Все хорошо. Циклоп. Циклоп пилит. Так, здесь что? Почему первый уровень, кстати? Надо до второго хотя бы догнать. Здесь одна только, второй. Еще проходит, смотри, что творец. Нет, КД общая, но... Так, это мне не нравится, история такая. Еще мелкие мошки. И здесь тоже. А, сюда куда-нибудь спустим. Угу.
большая кучка. Кучка большая. Вот здесь ставим. Даже не будем улучшать, ничего такого. Да, ничего такого. Циклопы, циклопы. Недостаточно металла, к сожалению. Так, а нам нужно еще 7 штук поставить. Что-то лютая фигня какая-то. 7 штук. Не знаю. Не многовато хотят они. Давай поставим. Рельсотрон, рельсотрон. Ну. Что еще? Возможно, стоит убрать импульсные и оставить просто этих. Не уверен. Ладно. Я думаю, стоит что сделать. Жалко, мне не дают теперь поставить, чтобы его потом убрать. Потому что проход один. Ну да ладно. Дадим пространство для циклопов. Да. Скинем сюда, пожалуй, звезду. Ну, хотя бы так, чуть-чуть уменьшим. Куда циклоп поставить, что ли, еще? Не знаю. Вот это точно надо усилять. Так, в порядке все. Блин, а чё их так много, ребята? Вот, во-во. Достает, хорошо. Чего сюда хотя бы? Ну, ракета решает. Мне нравится. Че, опять жилище ставить? Ё-моё. Можно, в принципе, вот сюда. Нам не нужно вообще. Пока не уверен. Ну это так, для мелких босс, конечно, пройдет через первую, тупо вот здесь. Босса пока не предвидится так-то. Экс. Стрёмно, конечно. Еще три циклопа, ё-моё. Где я возьму такое?
что это такое, блядь? Куча фигни, куча. Так, тут что происходит? Не хватает масушной какой-нибудь ерунды. Очень не хватает. Но, тем не менее, неплохо. Лучики пилит. Куда бы еще лучик поставить? Куда можно поставить? Фиг его знает, куда еще. Да, вместо этого можно. Да, вот так. И это сколько? 7. Что-то какой-то кораблик косой стал. Неприлично косой. Узнает даже, что это за ерунда. Стоп, не хватает, серьезно. Копеек не хватает. Это последняя волна, между прочим. Не. Да мы снесем тогда, давай. Башня-дробовик. О, фигня, это чё? И вот здесь мы поставим импульсную, мою любимую. Вот так. У неё хороший охват, с чем мы заградим ее? Куда расти? Ну и вот эти сбивать будет нормально. Хорошо. Первый, блин, понятно. Как же их много. Черт бы их побрал. Корабль уничтожил? Вау. А ничего, на корабле не будет походиться? Да вроде нет. Прикольно, конечно, но, типа, я даже не знаю. Энергоуровень не могу поднять, теперь прикольно. Не, ну это походу слив этого уровня, потому что массухи очень много. А у здания хп нет, да, ну это понятно. Что можно сделать по-другому?
Очень хорошо справляется с, естественно, пилкой этих боссов. А вот с мелкими все стало очень плохо. Возможно, дробовик что-то делал. Возможно. Да. Я вас понял, дронов-то нету. Дронов-то нету, кто-то снес дронов, а я и как бы завтыкал. Это нам не нужно. Строить циклопа прямо во время башни дробовик. Импульсно. Вот это мы снесем импульсно. У нас появится куча денег. Правильно? Мы все грейдим. Дробаш тоже грейдим. Возможно, он решает. Так. То есть это как стенка важна. Погоди, погоди. Здесь надо тоже дробаш поставить. Здесь ладно, загрейдим, если что. Погнали, чего там. Дробы все усиливаем. И глаз куда-нибудь подкнем сейчас сюда, не знаю. Так, убираем все эти щиты. Второй есть. Так, давай, загрейдим. Придется много перехватывать. Тоже сюда. Так, дробаш, давай, работаем, работаем. Бах, 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 хорошо. Так. Фактическая ерунда. Глаз. Два жилища, ты шутишь? Ой, господи. Загрейдился, ты шутишь. Нейтрализатор нужно еще один. Спилили ерунду. Стал спилить вот эту фигню. Так, здесь можно не беспокоиться. Пока тоже здесь не беспокоимся. Возможно, я даже... А, мне не хватает жилища. По-быстрому, пока вот это едет. Или не успею. Я пойду на такую хитрость. А, не, я не смогу ничего пойти. На какую хитрость. Да, я не успел.
Ну ладно, пофигу на этот бонус. Главное пройти. Длинные бластеры 5. Они уже ничего не решают на самом деле. Блин, вот такая была 17-я миссия. Довольно жесткая на самом деле. Вот 18-я, да? Ладно, спасибо, что смотрели. До встречи в 18-й миссии. Всем удачи.